хотел поделиться с вами старым анекдотом где-то 70-х годов. Я как носитель как бы этого считаю своим долгом, чтобы молодежь тоже знала, потому что иначе прервется ткань временная, да, связь времен прервется. Вот такой, можно сказать, технократический анекдот. Спрашивают, почему производительность труда японского программиста намного больше, чем советского. Вот стали ученые выяснять. И пришли к такому заключению, что японский программист треть своего рабочего дня работает на себя. То есть это как бы его зарплата. Еще треть он работает на хозяина. Это да, деньги ушли к хозяину. И еще треть он работает на Японию. Ну, видимо, имеется в виду налоги там или что-то. Значит, дальше сравнивают с советским программистом. И выясняется, что на себя он никак не может работать и не привык, и не умеет, и не хочет. Хозяина у него просто нет. А на Японию ему вообще наплевать.